Доброе утро, напоминаю, пятница сегодня, 10 июля, выходные впереди, и они будут не скучными. Можно будет провести день субботний вместе с книгой, не с обычной бумажной, а с живой. 11-я встреча проекта «Живая библиотека» состоится в нашем городе, когда можно будет получить новый опыт не со страниц книги, а из беседы с интересным, живым и очень богатым опытом человеком. Чем будет выделяться эта встреча? 11-й нам расскажет координатор проекта «Живая библиотека» в Перми Анна Фадеева. Доброе утро. Доброе утро. Итак, 11-я встреча, уже такой опыт накоплен. Что будет особенного вот в этой встрече? Ну, на самом деле, на этой «Живой библиотеке» будет больше всего книг за все время существования проекта в Перми. Будет целых 30 героев, они очень разные, очень интересные. И на самом деле, до этого мы провели опрос в социальных сетях, спросили, каких книг люди хотят услышать. И оказалось, что так много разных всяких историй, и никакую не выбросить, и поэтому мы решили, что их будет 30. Ты решили не сокращать и не растягивать удовольствие, а прямо сразу все выдать. Да. А вот до сегодняшнего момента какие были самые интересные, оригинальные истории, которые встречались? Ну, обычно наиболее интересные для людей такие истории, как «Современный художник» или «Узник концлагерей в прошлом, во время еще Советского Союза». Или, например, волонтер в чрезвычайных ситуациях, человек, который ездил в Крымск, например. То есть это ситуация, с которыми большая часть людей обычных не встречается? Обычно на живой библиотеке это и основная цель – показать, встретить тебя с человеком, с которым ты в обычной ситуации, скорее всего, не встретишься. Например, ты едешь в трамвае, видишь девушку, у нее синие волосы, думаешь, как же она живет, как она вообще в мире-то в этом существует, а спросить боишься. А на живой библиотеке люди уже готовы к этому разговору, они открыты и с удовольствием поделятся своим опытом. А кто приходит на такие встречи? Мы приглашаем людей вообще любого возраста, любых желающих, кто готов как-то расширить свои рамки мировоззрений, посмотреть по-другому на мир. В основном приходят молодые люди, но мы открыты к людям любого возраста. Я видела информацию, что в этот раз у вас даже возрастной ценз у некоторых книг есть. Да, на самом деле у нас есть несколько книг, которые мы рекомендуем с 18 лет. Например, «Танцовщица-зажигалка» или, например, «Человек, который пытался покончить жизнь самоубийством». Это очень важные истории, которые нужно слушать и нужно их понимать. Но, скорее всего, только с определенного возраста. А как происходит общение? Это диалог между двумя людьми или это вроде лекции на сразу несколько человек? Книгу мы обычно читаем один на один, открывая ее и листая страницу за страницей. Поэтому на живой библиотеке в основном общение тоже происходит один на один или в маленьких группах по 2-3 человека. И общение длится 20 минут. То есть с одной книгой ты можешь столкнуться всего на 20 минут и, скорее всего, больше никогда в жизни ты ее и не встретишь. То есть такое ограниченное количество времени, нужно как-то, может быть, собраться, подготовить вопросы? А там будет время, пока вы будете ждать очереди к своей книге, возможно, будете ее ждать чуть-чуть, можно будет как раз посидеть, подумать о том, о чем вы хотели бы ее спросить. А сколько обычно людей приходит? Обычно у нас человек 100 приходит общаться с живыми книгами. Это всегда очень интересный новый опыт. Я думаю, что каждому стоит через такое пройти. А в этом году все ли получилось, вот вернее, в этой встрече все ли получилось, или кто-то, может быть, отказался в последний момент по техническим причинам? Всех, кого мы заявляем в нашей программе, список наших книг, мы его заранее публикуем в интернете, его можно увидеть. Но, к сожалению, мы хотели в этот раз, чтобы у нас была первый раз электронная книга. Обычно у нас книги живые, а была электронная по скайпу. Мы хотели сконнектиться с человеком, который сейчас находится на полярной станции. И мы думали, он будет там говорить, а у него за окном будет снег там и медведи белые. Вот. Оказалось, что на полярных станциях нет интернета, или он очень ограниченный, и поэтому мы придумали совершенно удивительную вещь. Мы предлагаем всем желающим подписать открытки для полярников. Их можно будет сделать прямо на живой библиотеке. И мы их отправим с первым судном туда. И полярники уже нам ответили, что они будут очень рады получить такие послания из далекой Перми. То есть во время ожидания можно будет приобщиться и прислать привет куда-нибудь в далекие снега. А вот подобная форма проведения досуга, она каким образом влияет на развитие города, на развитие горожан, может быть?
Я думаю, что сейчас очень многие люди проводят слишком много времени в интернете, в социальных сетях, и очень мало стало живого общения между людьми. Люди чувствуют отчуждение, они не здороваются и не знакомы со своими даже соседями. А вот живая библиотека, она создает такую комфортную атмосферу, в которой вы можете увидеть, что общение с незнакомым человеком, оно может быть приятно, комфортно и очень познавательно. Ну и последний вопрос, когда и где? 11 июля с 12 до 6 на Пушкина 15. Там сейчас находится фестивальный клуб фестиваля «После пилорамы». Спасибо вам большое, что нашли время к нам прийти и рассказать об этом удивительном мероприятии. Присоединяйтесь к живой библиотеке, будет интересно.